Привет, друзья! Есть риторический вопрос. Что подарить мужчине, чтобы он был доволен, вне зависимости от его возраста? Правильно, вертолет, а точнее квадрокоптер или дрон, так как поговорка старая и дронов тогда не было. Я изучил массу отзывов, пересмотрел множество обзоров и выделил лучших представителей совершенно разных популярных квадрокоптеров. И в сегодняшнем видео я представляю вам результаты своей работы, чтобы вы могли сделать хороший подарок себе или своему близкому. Уверен, что вы останетесь довольны. Самым покупаемым квадрокоптером оказался GRC H8 Mini. Это простая игрушка стоимостью менее 1000 рублей. Зарядка занимает около 40 минут, время полета около 5 минут. Он имеет размеры около 11 см в диаметре и легкую защиту винтов от боковых ударов. Но при заказе такого дрона лучше сразу купить комплект запасных лопастей. Ссылки вы найдете в описании. Вообще к этому квадрику предлагается много запчастей. Кейсы, двигатели, аккумуляторы. Так что его легко можно починить за какие-то 150-200 рублей. У него устойчивая связь с модулем управления и возможность откалибровать вертикальный взлет с помощью джойстика. Главным плюсом данного дрона можно отнести его стоимость, живучесть при падении, а также возможность возврата домой нажатием одной кнопки, что несомненно будет плюсом для новичков. К минусам же можно отнести отсутствие GPS-модуля или камеры, поэтому аэрофотосъемку им сделать нельзя, да и в ветреную погоду с ним полетать как следует не получится, все-таки это больше комнатная модель. Еще один квадрокоптер, который заслуживает внимания, это водонепроницаемый и антивандальный H31 GRC. Девайс отлично летает, по отзывам исключительно положительный и доставляет массу удовольствий. Его можно запускать во время дождя, сажать на воду и можно ударяться о деревья, и ему ничего не будет. На квадрокоптер отдельно подаются запасные части, такие как двигатель, батареи, зарядки, Wi-Fi камеры. Управлять можно как с помощью джойстика, так и с помощью смартфона. У продавца можно заказать игрушку в различных комплектациях, как в самой простой, так и с запасными винтами, камерой или 5 батареями с зарядным устройством сразу. Дальность связи у него всего 80 метров. Батарея имеет емкость 400 ампер-часов. Размеры в диаметре порядка 30 сантиметров. Время полета на одной батарее около 5-8 минут. И имеет функцию возврата домой с одной кнопки. Отличная вещь для новичков, и это рекомендации сотен покупателей. Друзья, предыдущих два квадрокоптера были скорее игрушками, и в таком диапазоне цен покупать их для качественной аэросъемки не имеет смысла, потому что стабильность в воздухе таких игрушек для съемки слишком мала. А вот следующая модель уже начального уровня для видеосъемок с HD камерой, которая хорошо себя зарекомендовала и называется Sima X8G. Это уже более крупный квадрокоптер размером 50 на 50 сантиметров. Заряжается он от сети около 2 часов, время полета до 10 минут, а дальность связи около 100 метров. Те продавцы, на которые приведены ссылки в описании, высылают этот квадрик вместе с экшн-камерой CG7000. Есть возможность подвесить и GoPro, крепление для этого продавец прилагает. Картинку с камеры можно видеть в режиме реального времени на экране смартфона. Но у этой модели нет функции зависания. Если она нужна, а это полезная функция, то лучше взять модель Sima X8 HG. Это топовая модель линейки. Ее можно взять без камеры, и в этом случае она кажется подешевле, а потом поставить свою камеру или заказать ее отдельно. Все ссылки подобраны в описании. В итоге за умеренные деньги получаем неплохой квадрик с набором необходимых функций для вполне качественной аэросъемки. И именно этот квадрокоптер я купил бы для себя в качестве первого с возможностью вести аэрофотосъемку. Итак, мы плавно подошли к полупрофессиональному коптеру для съемки. Это нашумевший Phantom 3. Самая простая его модель стоит около 30 тысяч рублей. Коптер имеет и модуль GPS, и стабилизацию, и хорошую дальность полета до 1 км. На нем установлена качественная камера 2.7К. Потерять его по причине отсутствия связи фактически невозможно.
потому что он в данном случае сам возвращается к месту взлета. Просмотреть видеосъемку можно на экране смартфона, а также ведется запись на флеш-карту. На одной зарядке Фантом может летать до 25 минут. Фантом имеет также более дорогие комплектации, которые способны снимать встроенной камерой в режиме 4К. Еще имеет большую дальность полета до 2 км и может ловить спутники системы ГЛОНАСС, но цена на них еще выше. На этом на сегодня все. Если видео для вас было полезным, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Еще много обзоров впереди. Всем пока!